Я так плохо сдала экзамен по ладиуму, что я не должна провалиться еще раз. Это моя судьба мне помогает. Эстела, даже не думай об этом. Я знаю, но это поможет мне поднять мой средний балл. С чего это? Нужно один раз попробовать, а потом уж... Эй, у меня есть идея. Мы можем прочитать ответы и передать их всему классу. Прежде чем я займусь делом, думаю, стоит немного поспать. Тебя уже кто-то опередил, Муза. Блум уже давно храпит. Блум? Блум? Кико, ты дал мне плохой совет. Кико? Стойте. Здесь висит предупреждение об опасности. Этот знак значит кухня. Я всегда думала о феях, как о существах, питающихся своим духом. Но когда я смотрю на эту вкусную еду... Вдруг... Эй, давайте положим его в свеклу. Свекла никому не нужна. Не надо обобщать. Свекла очень вкусная. Если только наша подруга, мисс Корнеплод, не захочет завтра на завтрак поесть свеклы. Ладно, если так должно быть. Ha ha ha!